Доброе утро, мои дорогие. Ой, какая погода-то хорошая. Ой, вот и я вчера просила. Ну. Хорошо, прохладненько. Ну, правда, пишут, что осадков не ожидается, но кто его знает. Будет чего, не будет. А меня, девчонки, съели комары. Я вчера забыла купить, ну, эти фумигаторы от комаров. Придется ехать. Ну, прям ужасно. Ужасно. Оно, да, вот кусаются, это одно. Но вот это пищание над ухом, вот это вот садится тебе то на лицо, то на руку, ты вот это вот всю ночь шлепаешь. Ждешь его, когда он тебе сядет на лицо, чтобы его прихлопнуть. Господи, это какое-то издевательство. Так что вот не хотела сегодня никуда ехать, а придется. Не хочу больше таких испытаний. Ну что, проснулась вся разбитая. Ну, всю ночь вот это, господи. Я не знаю, сколько их было, мне казалось, полчища. А их там, может, было 2-3. Ой, не могу. Борьба с комарами всю ночь. Ну ладно, надо за дела приниматься. Как у вас там настроение? Как здоровье? Нормально? Давайте. Держите хвост пистолетом, девоньки мои. Ну, смотрите, какая красота получилась. Длинные, с жемчугом. Модные просто сейчас. Это вот самый-самый тренд. Красота. А это я Александре делаю. Так, а это я вот Александре кольцо сделала. Сделала два. Потемнее и посветлей. Вот. И вот такие вот серьги буду делать. Проковырялась с ними. Штифты вот эти не подходили по диаметру в отверстие. Бусину в такую. Они, видите, они штифты, которые вкручиваются туда. Вот. Пришлось сажать на эпоксидку. Ну, вот теперь буду думать, чего еще добавлять. Ну вот, сейчас на остановке с Мирой встретились. Замечательно. А то она меня все зовет в гости, а я никак до нее не дойду. Надо сходить. Такая она позитивная, молодец, такая веселая. Люблю таких людей. Молодец. Ой, господи, я как увижу эти магазины, у меня прям это... Не знаю. Ну, надо так накрасить. Господи. Он, Костя, у меня... Это, ворота покрасил черный цвет. Да какие они страшные-то стали от этой пылищи. А тут магазины черные. Так. Так, чего я хотела не забыть? А, от комаров. От комаров. Сейчас ведь накуплю всякий. Меня же нельзя выпускать с деньгами никуда. Траву косили. Так люблю вот этот запах.
свежескошенной травы. Ой, прям такой какой-то, не знаю, свежий, вкусный. Зашла посмотреть, может, что новенького, интересненького. Очень много вещей, которые мне нравятся. И я бы купила. Ну, во-первых, отсюда потом все это вывозить. Да и дорого здесь. Ну, дороже намного. Оно и так-то сейчас Икея. Ну, согласитесь. Цены-то уже не те, что были раньше. Ну, еще и за доставку. Это если покупать, то надо в Питере покупать. А так прям понравились мне. 3-4 штучки прям с удовольствием бы приобрела. Так, ну ладно. Сейчас пойду посмотрю. Может, какие бусики вот тут появились. А сюда пойду за комарами, то есть от комаров. Ну, надо было только купить от комаров. В результате целый пакет. А я так надеялась на дождик. Ха-ха. Ядреныч, куда тучи девались? Нету. Пропали. Докладываю. Купила вот такой перламутр. Ну, это уже бусы готовые. И купила вот такой браслет. Но я его, конечно, разберу. Пойдет на украшение у меня. Вот, девчонки, представляете, потеряла картошку. Пока ходила по всем этим магазинам, где-то оставила пакет с картошкой. Потом вернулась по магазинам, но так и не нашла. Пришлось опять покупать. Ой, голова два уха, не могу.
Ой, вот ведь время-то наступило, а? Господи. Ну, хоть купила, не забыла, а то уже 2 раза ездила, и все, никак не могу купить эти пластинки от комаров, блин. Вот купила это подхваты для штор, вообще-то. Вообще-то. Но я их купила, ну, либо для браслетов, либо для украшений. Куда-нибудь пойдут. Они с двумя дырочками, сейчас я открою. С двумя отверстиями они. Вот как браслет это делают, да? И вот что мне понравилось, у них золото матовое и блестящее. Думаю, надо взять. Пригодятся. Вот и ходишь, и выглядываешь. Ну, тут вот уже покоцанный одна штука. Ходишь и выглядываешь всякое. Мне так смешно, когда мне в магазине. А что вам, может быть, что-нибудь показать? Да что ж ты, милая, мне покажешь, если я сама не знаю? Я хожу и смотрю, и прикидываю показать. Купила 3 доски разделочных. Хочу, девочки, сделать, опять заняться флюит-артом. Ну, подарю кому-нибудь, или разыграю, или, может, кто купит. Вот, приперла 3 доски. Ну и вот крышку купила у меня, микроволновка без крышки, да это, до картошки, ну, короче говоря, съездила, отвела душу. Ну что, теперь все дела заброшены, надо же это все разрезать, по коробочкам разложить. О, сколько из браслета получилось, перламутренник. Хорошие, ровненькие. Были бы они еще с двух сторон вот одинаковые, а то получается с одной стороны белая, с другой такая. Ну, есть и со всех сторон белые. Вот. Хорошенькие, пригодятся. Ну, смотрите, какой браслетик получится. Еще останется. Куда-то пустить можно вход. Сейчас так модно вот это сочетание, ну, блестящего и матового золота вообще. Красота. Как он на мне на глаза попался? Чего меня понесло в ту сторону? Ну, не просто так понесло. Такие вот 2 штучки. Ну, еще вот купила вот всяких таких штучек. Но это мне для Яндекса надо, для поделок всяких. Да. Деньги тратятся, видео снимается, а толку чего-то опять никакого. В общем, как говорится, нежели богато, нехрена начинать. Ой, девчонки, как обидно, когда нет фурнитуры. Вот нашла 2 всего штуки у себя под бронзу. И тех по длине не хватает, чтобы сделать серьги. К этим бусам. Надо что-то ломать голову, придумывать. Вот очень плохо. Ладно, когда ты задумываешь какое-то украшение, да, ты можешь и так, и эдак вот это. А переделка, когда предстоит, всю башку изломаешь, вот честно.
Ну ладно, я все равно что-нибудь придумаю. Сделать-то надо. Придется серьги на тросик сажать. В общем, работаю. Вот этих вот насобирала уже. Вот написала Александр, как мы будем сзади делать. На силикон или тоже из бусин. Вот ответит, буду делать. Ну что, хошь не хошь, вышла роза стричь. А то тут вон что у меня творится. Вьюнок уже. Вот как не уследишь, он уже наверху. Зараза такая. Надо все обстригать. И поливать, и обстригать. Ой, я говорю, чтобы был порядок, это надо тут стоять раком с утра до ночи. Да. Ну что, вот и вечер. Он опять землю таскала, засыпала тут ямки. Ну, я так без напряга понемножку. Сейчас Лена проезжала на мопеде, с ней поболтали. Живем рядом, а не видимся. Рассказала мне все новости. Я от нее все новости-то и узнаю. Да, как день-то укорачивается. 9:10 уже вон солнышко-то. Уже практически на полчаса. Разница с июнем. Ой, правда, с Серегой вчера разговаривали. Он говорит, что, сейчас все раз и лето закончилось. И опять это осень, слякоть, потом зима, потом опять весна, слякоть. Ой, нескончаемо. 9 месяцев зима, остальное лето. Ждешь этого лета. Оно пролетает, как, не знаю. Вот, Саша и моя сегодня делали операцию. Я как-то никогда с таким и не сталкивалась. Вросший волос, какой-то там жировик образовался какая-то на ноге. На ноге, ну вот, по-русски говоря, на ляжке, на внутренней стороне. Ой, она так боялась, так переживала. А говорит, нет, так все хорошо прошло. Врач хороший. Данте изменился очень. Ну а что он, подросток, 8 месяцев ему будет. Не слушается. Какой-то стал гавкать без дела, требует внимания. Вот она со мной разговаривала, встала с дивана, от него ушла, и он орёт. Вот прям, куда ушла. Я говорю, ах ты, характер показывает. Вот. Макарик домой скоро уезжает в Мурманск. Сдал документы в вузы, подал. Ну, теперь будет ждать решения. Это где-то в середине августа ему сообщат, куда он поступил. Странно, да, как-то стало подавать в несколько вузов. Ну, а если ты поступишь совсем не в тот, в какой хотел. Как-то мне вот это непонятно, что делают у нас с образованием. Ерунда какая-то. Ну, вот так. День у меня сегодня как-то, не знаю. Завтра мне надо на почту поехать, Саше отправить посылку. И Макарику отправить ожерелье из жемчуга. Но я ему отправлю уже в Мурманск сразу. Как раз приедет и получит. Вот. Делаю Александре из Вологды. Ну и так что-то ковыряюсь. То одно, то другое. Завтра Витя должен приехать покосить мне траву на участке, потому что у меня
послезавтра будут гости. А я уже, честно говоря, замучилась ее рвать. Тут он мне скосил все. А на участке-то лезет везде и лезет. Вон, видите, вон какая травища-то кругом. А там еще поливаешь, так она от воды-то ой-ой-ой. Со всех углов, со всех трещин. Асфальт ломает. Вот, так что, мои дорогие, давайте, не подводите меня, не болейте, не грустите. Пусть все у вас будет хорошо. И, мои дорогие, присылайте видео-то. Да что ж такое? Совсем перестали. Присылайте. Ну, интересно же. Это ведь я... Это я придумала этот проект, как говорится, сама себе работу лишнюю. Вот. Вот пьет кровь. Сама себе лишнюю работу. Но мне интересно. Да и всем интересно. Ну, всем, я имею в виду, основным зрителям-то чего? Присылайте. Я говорю, так вышли на улицу, да сняли. Что в огороде растет? Какие цветочки? Или чем занимаетесь? Присылайте, пожалуйста. Сделайте мне подарок к юбилею. Пришлите хорошее видео какое-нибудь. Ладно? Ну, давайте, мои золотые. Хорошего вам вечера, спокойной ночи. Ну, поменьше болячек. Побольше здоровья. И хорошего настроения летнего. Потому что помним, да, что скоро это все кончится. Все, скоро август. Это уже ожидание осени. Давайте, мои хорошие, я вас обнимаю, целую всех. Теперь целоваться можно только вот так. Все боятся коронавируса, никто не целуется, не обнимается. Вот. Вот смотрите, как солнышко заходит красиво. Зараза, кусаются, причем кусаются мухи, а не комары. Я думала, это комары, а это мухи. Ну что, солнышко, давай до завтра. Дождей пока нам не обещают. Сегодня прям с утра были тучки, я думала, дождичек пойдет. Нет, все разгулялось. Стою, как лошадь, с ноги на ноги. На ногу. Кусаются твари. Ну, я еще поливала, да, тут землю таскала, вспотела. И они прям на меня, как это... Как на дерьмо. Ну, все, уходит солнышко. И я пошла. Надо и отдохнуть маленько. Все, мои золотые, давайте, до завтра. Пока-пока. Пока.